Может дать тоже. Да, я помню, мы вот, когда сходили с Купимыла, мы вот тут вот как-то провалились. Хотя мы посмотрели, вроде все порталы были закрыты. Где она была? Где этот портал был, вообще было непонятно. Может, где-нибудь в двери спрятался, там, я не знаю. Под валькой, прям под валькой. Там вообще еще один был. Ну, под валькой... А, кстати, да, может, еще и под валькой быть. Ну, блин. Мы же пыльцу для этого и кидаем тоже. Три тела стояло, и они вообще никто не зашел из них рядом. Я был далеко, я не успел. Ваня, ты поможешь нам? Мы на вальке. Нам нужен протопал. Что, сразу оба протопала ушло? Ну, Седер ушел бухать, а этот я не знаю, куда он свалил. Я сейчас ППГ дойду, зайду. Давай. Ну, а долго тебе до этого ППГ? Протопал. Там минутки 3-2. У кого есть? У Хунта? У меня, блин, есть протопал, но хила какой-нибудь там. Ну, а, Хризи Филакс, точно, блин, спекнись ты в протовар своего. Блин, это ачивы реально, мы... Ладно, не буду я все, хватит, идем. В общем, ничего у нас не было, мы не вайпались, все эти... Надо двух челок найти каких-нибудь. Точнее, желательно паладинов вообще. У нас не рпало, не попало. Это, если есть возможность, в беседе напишите, может кто зайдет. Ханта, ну давай ханта возьмем вместо того паладина сайдер. Лок поставишь шкаф потом. Лок, поставь шкаф, пожалуйста. Лок, шкаф поставь. Полка. Сегодня захожу. Давай, заходи. А во, капа, ё-моё. Это мы сейчас взяли капу. Он у нас протопало может пойти. А шипешки бейте взрывом разума, у нас нету эрпала. Петриком. Не, у нас уже фул. Нам протопался бумаж. Закинь перетива вместо мага во вторую. Сейчас. Это Хризифилакс, ты можешь спекнуться назад ДД. И пожалуйста, девайте всех подавителей, видите, и сразу пейте их. Не надо добивать всех больших магов, потом добьете. Это не 25 хэма, ни ману не сжигает. А, кулак, каску. Каску дайте. Кулак тоже дайте, шаманам каску дайте. Хунта, разбавь всем каски. Ты у нас каски бахаешь. Хорошо, Поклонский. Последний чек. Короче, когда кидаются порталы, ДДшки, вы тоже к ним подходите поближе, чтобы подстраховать. Если вы видите, что никто не зашел, тыкайте. Тебя очень тихо слышно. Не, наоборот, если вы видите, что возле него никто не стоит, вы сами просто подходите еще и заходите. Ну да, да, да. А подавите, если вы будут бить. Подавители будут РДД бить, тут оставшиеся есть. Потому что не все пати заходят. Так, лучше слышно. Да. Так, ну все готовы, хилы тоже готовы, танки готовы, поехали. С Богом.
А катапульта, сколько у тебя еще пыльцы там? У тебя, по-моему, еще две штуки осталось, да? Одна. Ну тогда ты сошлись. Первый кино. Хорошо. Не, не стандартный будет, типа. Я не знаю, сколько, может, 3К выйдет, я у Олега спрошу. Залечите мои раны. Косарь 700, не больше. Ну, я думаю, 2К хотя бы, или 2500. Ну, я с Олегом добавляю. Готовим, скоро портал появится. Можешь кидать уже. Катапульта кидай. Да говорю, нет, там... пусть другой кто-нибудь кинет. ДК, кидай ты. Блин, ты то говоришь, что у тебя есть, то нету. Вот, все. Занимайся эти порталы. То летаем. Собираем эти стаки. Давайте сзади хилы, если что, занимайте порталы, спереди пускай ТРД, ДДДД занимают. Это кто-то. Подавление первым делом сливайте всегда. Подавите или бейте, подавите или доливайте. Кидай пыльцу на него, кидай. Кидай. ДК, кидай пыльцу на него. Так, сзади еще там, надо еще один человек. Еще один сзади нужен. Срочно еще один человек сюда нужен. Вот, когда... Молодец. Блять, рога зашел. Блять, молодец. Взял мой картон. Ладно, помадный. Да ничего страшного. Один человек в его портал залетел. Подавление, кидай пыльцу, пыльцу кидай. Подавление сыграть. Так, занимаем порталы. Беги к шарану, конскюрит. Занимай его, блядь. Где ты, я тебя в таргет выбил? Куда ты летишь, шаран? Зачем? А, блять, вы... ладно, я просто на себя метку ставил, но ладно, летим. Звоню, включу. Ну так ты взлетаешь, сразу начинаешь собирать, а мы под тебя подстраиваемся. Не, я увидел, вы сзади, я уже давай с той стороны собирать, а вы там полетите. Ну, слева вы, а я справа буду собирать. Я уже так хотел. Анан, ты, ну, ты нормально собираешь портал. Я заметил, ты талантливый пацан, РШМ. В смысле, если хилы стояли сзади, а я спереди? Куда мне еще надо было лететь? Ну у тебя два портала собраны, братан. Там у него забрали один раз. Но. Два подавите, портала, бейте. Пацаны, блядь. Давайте за ромбиком. О, сука, черная дыра. Летите сюда. Блять, я надеюсь, все порталы мы позакрывали. Так, давайте еще одни порталы нужно занять. И я думаю, дадим Геру потом. Так, молодец. Дайте мне в ноги запрыгнуть, блять, мамы нету. Пет отдал уже. Ну занимай хоть что-то. Так. Еще один портал в центре. Занимайте кто-нибудь. Да, не заходи, Консквирт, не заходи. Так, давайте впереди встречаемся. Блять, ну вы людоеды, вы хоть мне стаки дайте. Я и так их проебал. Так, ну 6 лямов, я думаю, мы отхилим. Я, по крайней мере, постараюсь. Если что, опять зайдем. Давайте, сейчас Геру даем. Хилим. Гимны на хп давайте. Паладины там хильте, совы помогайте хилить эту вальку. Давайте, давайте, ДДшки, давайте. Заходите сейчас в порталы, ДДшки, заходите. Во все порталы, ДДшки. Да, ДДшки, заходите вы. Вы заходите сейчас. У дверей один. У дверей, у входа в комнату. Вот. Там если что, протопал зашел в портал, короче. И что, чего не дало?
Я было написано, что провально. Где, блядь, портал еще мог быть? Рольте БВЕшку, БВЕшку сразу рольте, он линканул. Бля, как это так получается? Главное, вот как я тебе говорил, в прошлом рейде вроде тоже все порталы занимают. Но это АЧО опять не сделалось. Так, стойте секундочку, я рольну БВЕшку. Давай. Не знаю, может и поломан на самом деле. Ну давай, роль. В том рейде у нас не получилось, в этом не получается. Лесните, пожалуйста, я на этой фигне валяюсь. Шаман. Ой, кто? Замени меня. ДД. Что-то мне хреново вообще. Короче, кольцо. Кого ДД? Кольцо с опорой. Ты должен... Фурик. Слышишь, ну хорошо, я поменяю. Ты можешь. Блять, я честно, вот насчет этого даже не понимаю, как это так выходит. Вроде все реально порталы занимали. Те, может быть, еще два портала были. Под ней, ну, да, можно. Штаны нужны кому-то? Но обычно прям под ней порталы никогда не появлялись, вот сколько я не помню. Я знал, что они могут сзади там вот возле ворот этих быть. Даже у ворот они там могут быть. Я поэтому туда остановился. Потому что если появится, чтобы сразу сказать, что кто-то подбежал сюда. Ну блин, там ни одного портала не было. А спереди там, я думаю, любой дурак их увидит. И может спокойно встать. Короче, я не знаю, какой-то экшен. Ладно, давайте хотя бы эти сделаем две ачивы, в следующем КД мы чисто вот эту одну ачиву доделаем. Сейчас какие? Давно я это жду, и таинственная дама? Угу. Вот, ты меня слышишь? Давайте сманем приста. Он долго бежит. Оставьте шкаф. А, сзади мобы появились. Блин, ну это жесть, конечно. Обидно. Вообще не обидно. Да как не обидно? Мы тут вайпнулись, блин. То, что от чего-то отправилось. Ну, вайпнулись, потому что порталы были где-то фиг пойми где. Если никто не увидел. Мне вообще не обидно. Нет, потому что у тебя чего есть, да? Но у меня эти тоже от чего есть на трех персонажах. На всех персонажах она есть. Уже надоело делать, если честно. Так, я отошел. Угу. О-хо-хо. Они не должны прорваться к Синдракосе! Скорей! Ну, что подобежал к ним. Давайте бейте мунгов. Ну, васап. Зашел. Пока 25 хм, если что, пока еще не собирается. Это васап, ты пойдешь с нами? У нас два босса здесь осталось. Будем делать на них ачиву. Да, сделаем. А на следующем КД мы уже чисто эту одну ачиву доделаем. И все. Как зайти? А, заходи каким-нибудь РДДшником, желательно ШП. Там, если что, дадите ему пати, я тоже сейчас дойду буквально на минуту. Я там войду до лосиста, кому еще дать с катапульти дам, амнистии дам. Так, суслятин, канате ассист тоже дам. Че, Даш? Шоколадку вам дам. Любишь шоколад?
Не любишь? Ну ладно. Тогда не получится шоколадку. Все, там дадите ему пати в осаду. Он присунет своим шоколадом. Кондессер пишет, ретриком лучше зайти. Блять. А, да, точно, у нас же жерпалов нету. Я бы забыл, что у нас следов ушел. Заходи на паладина. Ну мы, короче, провалились на этом. На порталах. Да я слышал. Ну это реально, это какой-то кошмар. У меня аж, блин, аж передергивает почти. Ну почти. Погоди, передерни просто. Не, не могу. Хотя, ладно, я отойду. Ты на чувствую. Две минутки. Вы меня подождете. Видел, Дима, новость? Какую? С 1 октября они будут продавать в Минске алкоголь после 23. Почему? Не знаю. После 23 ты не сможешь купить. В любом круглосуточном магазине. Короче, только в самый. Кафешках. Слышите, ребята, это теперь ну... этот самый... Теперь, ну, Минске. Вообще с 22, блин, ну, с 10 часов вечера ты алкоголь не купишь. Кроме барух. Не, ну это правильно, после 10 не продавать. Я вообще после 8 не продавал бы. Ваня, слышишь, там кто-то хочет накидаться, он тебе и в 7 утра закупится, поверь. Так не, в этом-то и дело, просто после 8 там какие-то малолетки, две бутылки пива выжжут и пойдут приключения искать. Поэтому правильно. А те, кто хотят выпить, они сильно с самого утра купят там, что им надо. Все. Не, вообще в Беларуси с 9 до 24. Кроме круглосуточных. Дома холодно, пиздец. А у меня отопление уже дали. А что это такое отопление дали? Никак не понимаю. Там кто-то говорит, дома холодно, пиздец. Да не, ну типа отопление, что это такое? Ну я шарю, что такое отопление, как это отопление дали? Ну, в городах у нас в России как бы отопительный сезон начинается, включается труба горячая вода. Я понял. Все типа центральные, да, это? Да. Я понял. У меня, получается, в моем городе еще не дали, а я что-то в другом городе, тут дали. Так, я тут. А, погнали, бичина, о чем стоим? Я думал, вы уже дракона убили, что уж здесь. Оказывается, ничего не убили. Ладно. А, спекайтесь, те, кто спекался там хило, спекайтесь назад. Ой, да, назад, РД, спекайтесь. Остается у нас два холипала и шаман. Мне кулаки бафать. Угу. Не, подожди. Да, что у нас Седер баф? А, по-моему, кулаки бафал, да, раздавай кулаки. Хотя мне кажется сейчас, ну хотя ладно, мы глянем. Так, два хилы вы здесь, я надеюсь. Так, ну у нас одного холипала нет.
Я просто хотел глянуть, как они сейчас, когда бьем этого моба, захилят. Если они сейчас не захилят, попадаем, то нам надо спрятать все-таки еще новый хил. А, вот, все здесь. Давайте сейчас покажется свой хил. Я хочу глянуть, захилить его, нет. Так, ну здесь все готовы. Я могу сейчас даже рассказывать. В общем, это чего делает сейчас линканутая инстинктивная дама? На второй фазе. Ваша задача не собрать не более 5 стаков. 6 стаков собирать, все, ачиво провалим. Все глыбы будем нести под босса. Танки вы меняетесь каждую, о, через каждую глыбу. Я знаю, я в курсе. Не, ну ты-то ладно, может мало ли ДК не знает. Все, давайте хильте. Вы тоже шапочки помогайте, хлопайте там. Тебе помогайте тоже хилить. Так, ну захилили, значит, все-таки 3 хила пойдем. Нормально. Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордскола уничтожили. Позрак, там, по-моему, твой ТДМ. Или я ошибаюсь. А там еще пет чей-то. Нет, там по одному. Вот. Сейчас он сдохнет. Или Хан, ты, может, его отпустишь на волю. Молодец. Поднимайте Вара, он у нас упал. Давайте восполняйте ману, там стол магии поставьте. Филипец, если не жалко, поставьте на поесть. Богак, я тебе покажу, куда нести глыбу, если что. Там на второй фазе у тебя появится синенькая такая меточка. Она и на звездке может появиться. Если на тебе увидишь над головой синюю меточку, и я тебе покажу, куда ее надо выносить. Я на себя звезду повешу. Сколько стаков, я не ошибаюсь? 5. Угу. Если будет уже больше 5, все, чего провалим. Короче, 4 не будет. Да. Так, Шазерак, что там у тебя? Они появляются на второй фазе, таинственная энергия. Видел ее хоть раз? Ты вообще целка был? На третьей фазе нормально. Когда на второй фазе. Фазы, скажет... То есть на первой фазе сколько хочешь? Не, если на вас будет освобожденка там стакаться, обморожение, это не то. Там будет появляться на вас таинственная энергия. Там фиолетового цвета. Как освобожденная магия. То, что стакается. Типа подобного цвета. Но они на второй фазе начинают копиться. Глыбы для чего ставят под босса? Чтобы скидывать эти стаки. Ага. Капа, ты готов? Да. Ну тогда спускаемся вниз, помогаем трем хилам хилить. БДК запускай на пол, на БДК не забудьте кинуть. Помогаем ему похиливать. Там паладина тоже хилить. Все, бьем. Я бы говорил дать, короче, на второй фазе Геру. Ой, на первой фазе Геру. После того, как сядет. Может, после того, как он взлетит и снова сядет, тогда лучше дать? Ну, да, 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 да. Ты понял смысл. Угу. Бля, я 14 так взял, я надеюсь, меня не убьют. Сейчас, когда присяжка будет, побежали. Освобожденку можете стакать, она не хлопает здесь, это обычка. Так, воздушная фаза. Забыл показать магу, куда надо выносить клубы, ну ладно. Так, метки вниз. До 200 тысяч бьем и хватит. До 200 тысяч. Право далеко падает. Крайнюю левую подбейте, крайнюю правую тоже надо подбить. Слева далеко падает. Все, не бейте глыбы, не бейте их вообще. Забудьте о них.
А, справа далеко падает. Там же, где и первая. Что, это сейчас будет последняя? Маг, не упади. Там же падает. Что, разбивайте глыбы? Даю гер, давайте бьем босса. Я надеюсь, все услышали? Все метки под боссом. Маг, показывают для тебя. Вот звезда. Звезду ты видишь, да? Вот сюда ты выносишь метку. Под эту кисть. Левую кисть. Видишь, да? Я вот специально для тебя даже прыгаю. Я надеюсь, ты это увидел. А ты да, очень маг. Ну все. Главное, чтобы за быстро глыбы не разбиваем, да. А сейчас мы сделаем так. А первой пати вы не бьете глыбы. Побеждали. Ходили за глыб, чтобы бить босса. Вот, по-моему, нюрка у нас. Поднимай конскрипты друида. Гимн на хп гильда. Ой, на ману гильдаля дай. Шаман там что за рэп ставьте, да? Так, вторая фаза пошла. Тратить максимум до под босса неси, куда я тебе показывал, маг. Вот и раз на тебе. Молодец, стой, вот, стой, стой, не. Блин, ладно, стой так уже. Снимайте стаки, первый пати не бьет. Как скинул стаки паладин. А, ну ты знаешь, что делать, что я тебе буду рассказывать. Следующий под босса, помогайте разбивать, помогайте разбивать. Уходи. Фрейм, не забегайте. Уходите, милики, милики, уходите. Глыбу эту не бейте. Маг, уходи. Гимн на хп, гильдайло, дай. Гимн на хп, дай. Разбивайте, разбивайте. Блять, провалено. Эндорам, как ты успел, как ты мог шестака взять? Блять, падаем. Ну. Кто это у нас такой? Лок, как ты мог стаки эти взять? Да, он не за глыбой. Он не стал за глыбой, надо было сместиться влево, потому что маг немножко неаккуратно ее поставил, скажем так. Вот. Не, там не маг был, там уже следующий понес другой человек, он первую глыбу выносил. Там катапульта поставил его в центр, а маг стоял просто на месте и не двигался. Ну так вот этот, что забежал во фрейм, он встал в сторону где-то. И на нем натикало, пока вторую глыбу поставили, да и все. Выносить, зачем выносить, блядь, это шабочка. Выносите, вносите хотя бы, блядь, в одну точку, а то один принес там, блядь, под подбородок ей, второй под заднюю лапу поставил. Вы чё, ёпта? И у нее есть перед локоть, вот локоть, всё. Локоть, да, возьмите ее в таргет, у вас будет круг внизу. Подбегите, чтобы еблом в локоть смотреть, и все, и не заходите в круг, вот в этом месте останавливайтесь. Блядь, вы один левее, другой правее, рейду надо смещаться. Вот это объяснение, вот это круто. Надо просто босса поставить ровненько по центру. Да, ну, да, нормально босс стоял. Ну, ну да, да, ну просто рейд, ну, чтоб рейд стоял перпендикулярно к боссу, да и все. Вот, чтоб тупо выбегали прямо. Филиппец поставишь поесть, дадите фулбафы. Сейчас резню чувака и поставлю. А, уже поставил. А, он уже стоит, можешь не ставить. Давайте. Вы полный дом сделали, кстати? Да. Единственное, короче, трудная ачива со всех, что есть до синдры. Там этот прицел за Ирелли. Я здесь. Чек на готовность. Каску Хунтер разбафи, пожалуйста, Шманова. Я разбафал каски, короче. Хорошо. Сейчас только мне не хватает маны еще рога бафнуть. Я хочу кушать целый день, ничего не делать.
Я хочу попасть в Тенгер. Целый день ничего нормального не убивал. Я тоже хочу, я уже устал от всех херни. Нам три очи осталось, одна, которая здесь делается, и две на лече. На лече лучше делать одну. Да сделаем одну. Да все равно придется на следующем, когда делать вот эту вот порталы. Можно тогда будет и вторую сделать. Не, если уже, допустим, вот... Ну, сделаем. Можно хотя бы попробовать. Если провалимся на духов, мы не будем вайпаться, мы уже потом сделаем на следующем КД. Давайте последний чек. Все, все готовы, давайте не спускаемся. Если вы уже даже видите, что глыба сместилась там немного правее, вы тоже смещаетесь уже к ней. Не надо стоять там, я не знаю, что вы там делаете за компом эти. Кроме того, как тыкаете на кнопку. Помогайте хилить. Все, бьем босса. Бля. Я надеюсь, ты потом нас поймаешь нормально. Да-да-да, это только на первое, что хреново ставится. На, поверни его немного на нас. Что еще? Чуть-чуть. Сейчас притяжка будет на секунду, вот так. Побежали. А ты напуливайте, пожалуйста, Рога тоже помогай напуливать. Разлетка будет уже. Смотрим на метки. Так, метка на БДК. Метка на протопале. Ну можете разбить. Да, по БДК давайте разобьем. Сейчас я поставлю метку звезду, разбивайте ее. Он слева там далеко. По центру падает, разбивайте эту глыбу. Справа далеко падает. Помогите разбить, бля, что метка не стоит, я поставил звезду. Я поставил метку. По центру падает. О, он на ДК метку поставил. Ёбана в рот, как вы ловите? На лестнице падает. Ой, бля. Разбивайте. Хорошо, что это не 25 км, не ваншот. Что, даю гер, давайте переводим 5 столб. Попытка номер 2. Сюрприз, ну не. Обожди. После дыхания. Поворачиваю его сейчас. Ретанк сделайте. Ну, бля. Давай капа ты сейчас сделаешь. Он немножко не понял. Потом БДК побежишь на его сторону. Вот. Побежали. Все глыбы под босса, ДК забирай. Бугак, не упади, пожалуйста. Верни немножко на рейд, а то хвостом будет откидывать. Стой, уже хватит. Все нормально, отлично. Так, вторая фаза пошла. Молимся. Анти, стой на месте, милики, отходите. Чутко правее дай. Пускай стоит так уже. Отлично так. Стояло. Давай, меняй его. Потом. Пунта, давай под босса. Сейчас будет потом притяжка. Задотывайте Синдру по максимуму шипайки маги. Кстати, я не разбиваю сейчас вертяшку. Беги, малышка, беги! Следующий потом под босса. На канобе 3 иди меняй. Все, меняй его давай. Под босса неси. Каноб, если что, бабу. Кидывай стаки. Сейчас. Первая пати вы не бьете. Все, можете разбивать. Первая пати бейте. Следующую под босса несем. Зарак, неси под босса. Первая пати опять же не бьет пока что. Надо, чтобы паладин подбежал. Все, первая пати можете бить. Можете бить. Следующую под босса опять. Пилипец.
Каждую группу меняйтесь. Я напоминаю снова. Первая пати не бьет. Следующая притяжка, да? Да. Следующий под босса. Эндора под босса. Сейчас будет притяжка, ее не разбиваем. Катапульту хорошо хилите. Беги, малышка, беги. Не бейте, не бейте. Стойте, стойте, стойте. Не надо разбивать ШПшки. Куда вы кастуете? Все, разбивайте уже. Следующий под босса. Под босса несем. Разбиваем. Первый пати пока не бьет. Сейчас можете бить. Под босса неси. Ты разбивайте ее. Под босса. Хотя Сторм. Уже так добьем. Сейчас на протопаде на стойке. Нормально. Вот видишь, как заебись, блядь. Все правильно выносили. Ковали где надо. О, там Талик. Роль Титалик, сейчас линкану, подождите. Гильдаль. Надо еще, я вот... сейчас вот покажу лича, и надо как-то решиться, во сколько вообще надо собрать будет на эту именно вот очилу с вальками, с порталами. Осколок нужен кому-то? Осколок здесь никому не нужен, кстати. Идем наверх. Точно никому осколок не нужен? Не, я что. Никто не хочет с места уступить, он присту какому-то. Шаман, хант, вар, токен нужен кому-то? Идем на лича. Так, кто у нас может подиспелить? Почему? Я могу подиспелить. Да. Ну пускай катапульта подиспелит. Рога Магды, который играет. Эту самую какую чуму может подиспелить? Ой, Рога Маг. То что какую? Слышишь, Дима? Что? Как он чуму подиспелит? Давай я эту присту уступлю место. У меня эта ачивка есть уже. А он там писовый как раз. ШП ДЦ. Ну давай его возьмем туда, если не надо. Подожди, блядь, надо у Олега узнать, сколько ИП вообще давать. Ну вообще онлайн. Это без. Ну, мне эта чувка не надо, а вот ему нужна. Последняя причем. Бля, я у него спросил, сколько ИП давать, он мне пишет 0. Ах, кого. Ладно, что, Филиппец, я тебе потом скажу, сколько ИП начитать. Так, кому там пати кидать, кому ШП? Капар Сивен. Сивен, я понял. Сейчас надо не пати. Как тут с чумой делают? Тут первую вроде в никуда диспелит? Да. Сейчас я все объясню. Давайте сюда засумоним керосину, локти шкаф поставьте. Тут не суть, как этот, чуму можно всю выносить, без разницы, типа, если, ну, трэш не будут заливать, а я заберу весь трэш, то тогда все нормально разгонится, это уже проверено, я ключевую делал уже. Тут смысл в том, чтобы мелики не уешили по чуме, ну, по трэшу. А где Капросилин, куда он ушел? А, он... это примитив ушел? Десер на мага пошел. Ясно. Блин, мне просто ШПшки надо, я... Блин, ну ладно. Да, маги тоже о. Бомбами, знаешь, неплохо, там, на мультидотят на всех духов. Да, но они отхиливать себя не... Не, нормально, я хотел, чтобы они заходили в эту лужу и дамажили лича. Ну ладно, тогда по-другому сделаем. Засумоним тогда еще ман... В общем, мага засумоним. Так, тогда снова раскидаешь ШПшек. Короче, если нормальный рейд, там, короче, две пачки духов слили и просто бурстанули в лече. Так, давайте пока чек на готовность.
А там как, урона от духов нельзя получить или что? Надо, чтобы он не хлопнул. И все. То есть бабли их не... Не, но если ты урон получишь, он, соответственно, хлопнет, получается. Нет, ну можно в бабли хлопнуть, урона не будет. Не-не-не, надо, чтобы он вообще не хлопнул. Их надо заливать. В общем, по поводу чумы, первую чуму выносим за рейд. Вот сюда вот выносите, все, и с вас ее диспель. А следующую чуму, вторую, выносите уже под босса к танку. А, маг, Богак, тебе объясняю. Тут танк будет танчить мобов, ты увидишь там дофига мелких, и будет первый большой. Если на тебе появится первая чума, ты ее сюда выносишь и становишься за спину большого. Не к мордой к нему становишься, а за спину. Из тебя ее диспелит. Когда я скажу, что с тебя диспелит, все, ты можешь возвращаться вот сюда вот. И... А, блядь, я вспомнил, мы же... Мы же здесь это узнаем. Ладно. Здесь будет стоять танк и будет танчить мобов. И здесь будет большой. И дофига трэш. Вот сюда выносишь и за спину большого. Из там тебя ее диспелит, и ты спокойно идешь в РДД-зону. Короче, слышишь? То что? Пускай ДК там можно не спалит. Фурики, да, наверное. Стартация в W. Ты, я помню, сказал, что у тебя на ротации есть, убираю ее. Потому что аккуратно. Короче, мы вообще выносим сюда вот. Два за рейд выносим, и следующую снова можем выносить. Попало. Да милики вообще могут не бить, РДД переведут спокойно. Кстати, да. Типа там и то придется стопать. Хан, да. Хан можешь стоять чисто без шушеркали и снимать. Вы там, да, не передергивали, снимать, там с ним. Нам, кстати, знаете что? ШПшки же могут бить во время переходки и сократить нам третью фазу. А у нас только два ШПшки, да? Да, так я же тебе и говорил, поэтому хотел, я понял, что ты хотел, да. Каску дайте по ШП. Каску дайте. Пунт, а что тебе ничего не хватает? Блин, вот. Выносите ее не к танку, вот сюда куда-нибудь вынесите и все. Вот сюда, видишь, крест? Сюда первую метку выносите. Лапу. И с вас есть диспель. Мы можем, знаешь, как сделать? Там три мага, например, выйдут, тоже, ну, рядом встанут и будут ДПСить лича на переходке, а ты цепухами их будешь фигачить. Да, кстати, шамана... хорошая идея. Достаточно. Одного шамана посадить на них тупо, чтобы он цепухи кастовал. Афлик тоже может. Так, вы сейчас про что вообще? Что-то запутался. Чтоб на переходке маги дамажили в зиме, а ты их хилил. А, я понял. Ну, можно, да, и так сделать. Ну, блин, так тяжко-то. Я же в Элеме, тем более. И я предложил бы, короче, этот самый, ребята, начинать шевелить поршнями, а то я хочу еще в 25 герц ходить. Да, мы пойдем туда с поршнями, не переживай. За полтора часа. Я знаю, что пойдем, но я не хочу сидеть тут. Оксана, я надеюсь, что все. И не давайте звездопад под первый, ну, оба. Вы вообще никакого ОЕ не давайте, бейте точно лича и все, у нас тут ДПС хватит. Я про духи говорю, на третьем файле. А, на духов? Ну типа, под одни один даю, а под следующий другой. Монаквию. Монаквию. Так. По очереди там надо давать. Че там с чумой, это повторите? Блять, вы издеваетесь. Первую чуму, видишь крест? Вторая только относится в чумку, остальные да, стороны. Остальные стороны. Я буду очень выяснять, если... Сказал, выносите за рейд, вы сюда ее выносите, вот где костер стоит. Все, и с вас ее диспелит. Если я скажу, что выносите к попалу, все, выносите к попалу. Я буду заранее даже об этом говорить. Говори в бок. Да, лучше сказать за рейд, они уже поняли. Ох-ох-ох, ну что, молимся. Надеюсь, что мы сделаем все-таки две ачивы. И сделаем одну уже с порталами на следующем КД. С духами на... Да, из духа. Но я же говорю, здесь две хотя бы, здесь сделаем все-таки. Еще можно, знаете, как сделать ачиву с духами? Можно просто, когда лич будет кастовать на кого-то сжатую душ, по-моему, так называется этот скилл. Можно его просто не хилить, он упадет, там танки прожмутся, и лич не будет вызывать дух, соответственно, и его убьем потом. Но мне кажется, даже если они его хилить не будут, его все равно закинут. Ну, за рейд выносит. Куда ты? Ну зачем эти бомбы? Ладно, следующую за рейд будете выносить, нормально, пускай так. Он нас не понял. А, вот, поднимай его. Он валяется. А, маги, пожалуйста, не щелкайте свои огненные глыбы. Там, ой, эти, как он называется, там, файер, я уже забыл. Не берсу. Берсу ханты снимайте, вы можете не бить. Выноси за рейд, хан. Ой, холипал. Еще один.
Куда вы выносите? Я вам сказал, куда вы выносите. Вы ёбнутые нахуй. Да вторую, да, 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 первую уже вынесли. Полечу, стоп, дамаг под босс, стоп, дамаг под босс, не бейте, все, забейте на него. Забирайте. Все там уже переведется. Блять, я молюсь, что нет. Молимся. Ханты, убирай своих петов, какой хер ваши петы там делают? Забирай большого. За рейд выносите чуму. За рейд его выносите. Диспейте, так пойдет. Да. Все, ваша задача хилить хорошо сейчас танк. Забирайся, РТД-зону тоже у него. Хилите. Следующий тоже за рейд? Да. Потом следующий под босса понесем. Она размазала быстрее. За рейд выносим, одна секунда. Ханты, так, на мне, я побежал. Рейд, пожалуйста, будьте добры. Все, меня диспейте. Следующего можете под босса нести. Иступление, ханты, снимайте, пожалуйста. Вы все равно нихера не делаете. Сколько там стак? Нормально еще. Следующего принесите к танку. Забирай, ну, танку несите к танку. А, Гильдаль, отдай гимноману, большого забирай, большого. Катапульта, выноси под босса. Ой, под босса, к этому. В общем, ты понял. Еще раз. Блять. Где диспелы? Кто там сказал, что по диспелис? Хунта, ты, по-моему. Войт, ты не отдавал бы РНВ? Давал. Тогда этот поднимай. А, Конскверик, поднимай ты катапульту. Следующий, да? Тоже можете под босса нести. Тут трэш это фига. Под босса неси. От какого босса? Может сам быть в трэш? Ты, ну, в трэш. Нормально. У меня уже язык заплетается. Трэш неси. Трэш, трэш у меня нормально. Так, сколько там? Стаков? 25 стаков. Еще надо 5 стаков. 4 стака осталось. 30 есть уже. Все, давайте бьем. Вличаю, давайте бьем, переводим его. Наказываем. Давайте. Гимноману потом филипец отдашь. А, у нас филипца нету. А, этот, как... Давай, вот, я дам. Попроси Вин, отдай же тыги. И Войт, отдай, пожалуйста, Иннер на Шазерак. Давайте бьем духов. ДК, у тебя незыблемость не на КД? Нет. Отлично. Давайте бьем духа. Серый, пожалуйста, бьем. А, отверни его, пожалуйста, немного от нас. Там сова стоит. Ты поверни его в сторону лича, вот так. Это паладина, я первый сейчас кину с переходкой, как выйдем, я сразу кину каплю ДК. Да там, там не будет стаков уже. Там скинутся они. 5 секунд осталось. А, ну вот, нам повезло. Не знаю, что тут надо. Добивайте этого духа. Все, побежали под босса. Я стану печеньку. А? Тогда Хунта, если ты станешь треугольник, а Ромбик пускай станет анти. И никаких гнев себе, пожалуйста, не давайте. Только по команде. Все, бьем валик. Валик бьем. Разбиваем их. Сейчас скоро будет осквернение. 7 секунд осквернения, разбивайте валик, великий, отойдите, пожалуйста. Мы сейчас валик так добьем. Ризи Филакс, на тебе осквернение. Так, а ну вальку что, упустили? Или мне показалось? Нет, разбились. Ладно, повезло. А, в общем, с осквернением, какое-нибудь осквернение влево выносите, а остальные пускай бегут вправо. Ты от центра отвел. Зачем это? Ладно, пускай вот так вот. Да, у нас тут ДПС, я думаю, хватит. Вставайте. Готовим сейчас, как первая валька спустится, смотрите, на ком сейчас будет сквернение. Внимательно. Бля, только не заслали. Замедляйте, пожалуйста, ловушку кинь ханг. Смотрим, на ком сквернение. Буга, если весь блин, блинкуйся. Блять, только не прыгайте, я вас умоляю. Не прыгайте, блять, я вас прошу, не прыгайте. Мак, блять, ты хоть блин умеешь вообще юзать? Добивайте, давайте, станы давайте. Проще дал, точно. Добивайте треугольник и кружочек добивайте.
Ищи свой блинк, Мак, пожалуйста, чтобы такой фигни больше не было. Я понимаю, ты тактику не знаешь, но блинк больше... Ну, найди его в книжке своей заклинания. Сейчас будет осквернение, и потом понесешь, блядь, ну, весь центр вали. Конскверить на тебе. Давай, винси его ближе к порталу. Ты уже сейчас, ну, бей. Давайте лича бьем потом, валить. Лича бьем потом. Вали, лича, лича, лича. Я этот треугольник спас. Все, идем на край, идем. А, Гильдаль, отдай гимн на хп. На хп дай. ШПшки бейте или че. В общем, он сейчас вот пойдет дальше в следующий ачиво с духами. Тут лично начнут кастовать духов, ваша задача РДшники их сбить. ШПшки, майки. Хлопните тоже духа, все, это. Ну, это не вайп, мы будем ее делать потом в следующем КД. Бейте сейчас лича. Я прям слышал, как копарь в этот момент хлыпнул. Просто захилить. Да нахуй же падать что ли, пизду. Успеем, убьем нахуй. Ну, я как бы аккуратно. Ну да, вы хотят прожимать там. Че, сейчас сначала к порталу вести? Что к порталу вести? Ну или сейчас сначала к порталу? На краю, неважно, где. Нет, на краю. Нет, сейчас смотри. Ты сейчас стой на месте, вообще не, ну, вот как вы на край побежим, ты просто стой у края, все. Он лич себе сам побежит, не надо за ним бегать. Ну, максимально на краю стоять. Вот стой на краю, все, он сейчас сам к тебе подбежит. Давай, Рос. А прожимки не отдавайте, сейчас Геро дам. Так, Лока унесло. Сконскрит, есть здесь допад у тебя? Все, вот духи. РТДшник, вы заливаете дух от милики, вы бьете босса. Вот, заливайте всех духов. Аккуратнее смотри, я скоро вниз буду спускаться. Сейчас открывайте, заливайте. Быстрее видели еще. А, можешь его по-быстрому вести, осквернение богат на тебе. Так, нет. Разбивайте, разбивайте духов. Катите духов, богат, блять, только не хлопни. Разбивайте, там еще один дух летает. Это молодцы. У нас чуть богат не провалило. Еще один. Где? Я уж не... А, вот, все вижу. Давайте бьем следующих духов. Там звездопад убегает. Давайте разбиваем их. Сейчас схернение будет, одна секунда. Так, потихоньку вниз спускается. Если что, паладин, ты тарелку кидай. Уходите, уходите, блять. Он летит со скоростью света. Успел корни дать. Включил свой ПВП класс. Добивайте вот этого духа. Все, еще там надо слить. Уходите, уходите, уходите. Господи, Лок. Пиздец. Ладно, бьем лича. Все, забейте на этих духов. Кто у нас провалил чего, я так и не успел глянуть. Да, вообще рейд налетел, блядь. ДПСа мало в них просто. Ну да, это тоже. Присты еще вроде как-то могут бить каким-то иссушением, которое АОЕ хуячит. Или поправьте, если я не прав. Но они так и должны делать. Вот много пристов. Они пытаются, если, блядь. Там радиус там маленький у этого, блядь. Короче, господи, там, блядь, второй раз не можете сбить каст. Ни Лок, ни Прист, это что за жесть? А, зачем, дайте каплю ДК. Добивайте из этого лича. Я убью этого хуя. Почему-то меня сваншотило, на. Потому что каст надо сбить. Потом, блядь, он даже ничего не кастовал, блядь. Я раньше убил, на. Тоже такая бы была херня. Но, думаю, что нужно дождаться коста, сбить, а потом убить его. Может, он багается. Главное, что мы ничего не делали, она, по-моему, идет на славу Эльдар, да? Да. Ну вот. В следующем КД, значит, делаем прогулку по порталам. И делаем сочиву с духами. Кстати, а такой вопрос, там же Мору ДК достает до духов? Блин, я не знаю, сколько ИП давать. Я Олегу... Олег не отвечает, он молчит. Нахуя тебе это ИП? Давай обычное все. Не, ну зачем, да, надо дать? Ну, если что, блин, по духам нельзя замедление давать. Почему? Не тайфун, не замедление, иначе они потом ускоряются. Но они забыли, так они когда уже вниз спускаются, они уже ускоряются. Нет. Нет, они ускоряются из-за того, что кто-то замедляет. Это баг у нас, они после эффектов замедления, они летят быстрее, чем раньше. Если их не замедлять, они будут всегда медленнее. Ну ладно. А кто скажет, у Мору ДК достает до духов этих или нет?
По идее должен. Что, сделали духи? Да. Не, с духами нет, мы с чем мы только сделали. Повершай начислил. Свет, даруй мне последнее благословение. Дай мне силу разбить эти оковы. Да, когда будем, кстати, вообще собирать? Знаете, последний девячий, я вот не знаю. В субботу лучше. Вот, ну давай, да, в субботу тогда. Я поставлю... Блин, может тоже на 16 поставить? Полковираж будет ковираж на 5? 17, ну и нормально было. Это в субботу я хочешь собирать? Да, да, да. Ладно, давайте так, у кого вообще получается вечером? В субботу вечером, давайте чекнем. Всех получится. А, ну вот, в основном все вечером только смог. Да, на следующей неделе. В субботу именно. Не в пятницу, а в субботу. Мы уже заканчиваем. Сейчас ребят сразу это лут не рольте, бывает ошибка выдается. Тогда поставлю в 5 часов. Я думаю, так подойдет. Сделаем пиачиву. Я надеюсь, мы с порталами снова не заслакаем. Хотя вроде мы не слакали, но как так получилось, я не знаю. Раздавай лутецкий. Подождите, там ошибку выдал, дайте зайду. Заходи. А там уже открыли хуй. А так. Что тебе надо из лута? Аркус нужен кому-то? Ну, я бы пароль, но...